День добрый. К счастью, недавно я присоединился к этому великолепному проекту. И за то время, которое у меня было со старта моей работы, у меня накопилось много претензий к тому, как пишут код ученые. iPowerUp изначально это проект на базе лаборатории нейронных сетей глубокого обучения МФТИ. И изначально это проект, который затачивался под исследовательскую и научную деятельность. Основным продуктом данной лаборатории была библиотека, и сейчас является библиотека DeepPalov. Наработанные компетенции позволили применять наши технологии в коммерческой разработке. При этом возникло понимание, что коммерческая разработка и научно-исследовательская немножко отличаются. Вот за несколько лет была придумана такая архитектура агента, который представляет из себя skill manager. Это фактически такой же skill, который содержит pipeline компонент, и цель которого предназначить на какой-то уже конечный скилл, формирующий ответ пользователю. При этом набор скиллов у нас произвольно задается через конфигурационный файл. И пайплайн каждого компонента, пайплайн каждого скилла аналогичен. Какие проблемы? Когда мы подключаем большое количество скиллов, когда мы у каждого скилла пишем длинный пайплайн, на конфигурационный файл превращается в